challenge time. И снова всем привет, мы продолжаем призрака. Мне пришлось заново собрать вот эти все образцы, которые были на момент конца прошлой серии. По той причине, что я пошел назад обследовать все эти штуки, но не сильно так осторожно, и меня убило здесь лазер, а потом еще какая-то херня убила. Ну, потому что же разницы не было, убьет или не убьет. Нашел еще парочку секретов, тоже не сильно нужного, не слишком интересные. Типа вот... Как его зовут? Тут, по-моему, что-то должно было быть, нет? Так, ну давайте отсюда пойдем вниз или в бок. Типа вот плюс 10 к ремонту и прочего. Так. Я уже что-то даже забыл, как играть-то. А, я его щит купил, как видите. Это оказался перк. И еще этот самый, стрельбу назад. Он через 10 секунд восстанавливается. И один... Это там, одну пулю он возвращает. Так. Хочу. Все едкие вещества. ВД-40. Враги будут атаковать ее, а не вас. Слушайте, а вот это круто, это может пригодиться. Дядя, ценные, у меня такое есть. О, а это можно после этих делать. Так, это перезарядить. Ну, пока перезарядкой не будем заниматься. Во-первых, за техобслуживание мне очень нравится. Мы его возьмем. Но это не так. Голограмма может периодически понадобиться. Магнета, блин, я вообще не пользуюсь. Вот электромагнит, чтобы еще и потенциал увеличить на 50, это прям круто. Он стоит 500. То есть через, ну, грубо говоря, 500 энергокубов мы его и сможем получить заново. Ну, этот, отбить по цене. Голограмма. Да давайте тоже голограмму возьмем, еще пригодится, глядишь. Так. Инвентарь. Это что? А, вот это как раз голограмма. Так, лечилки разные. Вот их бы, знаете, объединить бы. Надеюсь, кому такая штука будет. Так, дальше что? Вот я еще какой-то техоплужение взял. Перезарядка предметов чинит робота. Ну, пока не видел, дает она что-то или нет. И вроде все из такого. Нет, дрон купил этот энергощит. У меня имеется, сейчас покажу. Дрон-ган. Ну, просто пулять такого же дрона, который рядом со мной летает. Так, а эта штука вот. Но, кстати, ну, теоретически может пригодиться, а может и не пригодиться. Так. Возьмем оружие массового поражения. Ну и шоу. Смотри, чтобы соседи милицию не вызвали. Я им вызову. Воу. Я не ожидал, что ты так умеешь. Так, и чё? А, я же думаю, что-то как-то нету никого. О, как ты классно это сделал. Так. Если бы не я, от тебя бы и мокрого места не осталось. Ой, да ладно, тут достаточно все простенько. Развлекайтесь там внизу.
Вот для этого я ее и брал, на самом деле. Так, давайте что, за место вот этой штуки мы возьмем как раз вот эту и посмотрим, что она из себя представляет. И за что вы мне ее дали? А, и подожди, это голограмма. Тьфу ты, блин. Я еще думаю, что херня какая-то. Подожди, а иди вот эта штука. Да, смотрите. Но голограмма так ничего, что и бегает, что-то делает. Делает вид, во всяком случае. Где еще? Летучки. Нет, если на 50, то надо побольше. Тогда 750 где-то, наверное, она, грубо говоря, отобьется. И в плюсе даже будем. А там, где еще 20-ки могут выпасть, вообще замечательно. Отлично. Ура! У нас теперь достаточно образцов. Штекер, можешь скачать данные и переслать их мне? Уже работаю над этим. Прекрасно. Я надеюсь обнаружить там нечто совершенно безумное. Несколькими минутами позже. Матерь божья! Что случилось, брат? Ты коноплю выращу. Чувак, я получил результаты анализа растительных образцов. И? ГМО. Слышал потерку? Все растения генетически модифицированы. Накамура добывает из них кое-что интересное. Из плотиния оксиденис они добывают кислород. Модифицированная версия производит просто нереальные объемы. А из астаридии и глюкомантис они извлекают глюкозу. Хочешь сказать, Накамура производит... Мозги! Сахар? Мозги! Вот это поворот. Именно. Но это еще не все. Есть и более странные вещества, получаемые из этих растений. Вещества какого рода? Самого разного, но есть... Мозги в банках. Этанол, скополамин и некоторые бензодиазепины. Ё-моё, а по-русски можно? В основном они используются в психиатрии. Психотропные препараты? Ага, вот это действительно странно. Что они со всем этим делают? Без понятия, но салатики у них в столовке, наверное, что надо. Как бы то ни было, давайте продолжим исследование станции. Призрак, Штекер на линии. Этих образцов вполне достаточно. Вот и славно. Что теперь? Продолжай топтаться по грядкам. Нам нужно собрать карту с фиолетовым уровнем допуска. Считай, она у меня в кармане. Сделаем. Чё это вы мне это показали? Мы же 10 не собирали, правильно? Быстренько проверим под потолком. Ну, где-то нашли же. Тут хоть понятно, что я просто наступил и активировал. Но некоторые мне до сих пор покоя не дают. Вот я третий день записываю, и мне до сих пор не дает покоя. Это уже какая седьмая серия, да, получается? Патронтаж. Ну, неплохо. По чуть-чуть будет плюсики давать. Так. Идем в следующую. Перезарядку бы еще где-нибудь поблизости найти. А, кстати, вот тут она и есть. Так. Давайте ВД и вот это. Пусть будет. Чтобы знать, что у нас здесь ничего не держит. А то вдруг меня опять убьют.
сейчас где-нибудь. Ну, где? А, мне еще ловушки лазерами разрезало в другом месте, я вспомнил. А вот я что-то мучился, пытался вспомнить, где меня еще поубивало. Опять же, хрен знает, где тут. Так, тут еще один харвестер, да? Ой, я его случайно убил. Так. Хе-хе-хе-хе-хе. Я тебя нашел. Так, и тебя подберем. И где еще одна? А, все. Маскируется собака. Пополон? Что-то мне страшно. Ну, ладно, возьмем. Ну, здесь для лазера прям отличное место. Прости, прости. Нормально. Кто, если не я? О! И Трансформерс. Конечно, пока, блин, не соберется, ничего сделать нельзя. Ха-ха-ха, облом. Можно таких побольше? Новая пачка ботов на подходе. Эти твои. Остальных я заклиню в трубопроводе. Да, давай. Они что-то как-то мясные. Ты молодец. Возьми пирожок. С полки? Но потом верни на место. Как хорошо. Сразу целую пачку собрали. Так, блин, тут, ладно. Хотя вот тут можно этих быстро раскидать. Отлично, там это очень нужно. Так, а я на той стороне... Нет, не нашел. Но и особо-то и не то, чтобы искал. Сейчас вот здесь еще проверим. Ну, нет и нет. Так, тут больше ничего нету. Я могу же их отключить вот этот, в любой момент? Или нет? Нет? Ну, очень плохо. Не хочу я больше в этом месте ходить. Так, а тут меня уже ждут. Тыц, 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 тыц. Кто здесь?
Ай, какая дать. Могли бы и положить туда. Кстати, вполне можно было бы туда спрятать. Очко. После нескольких часов изнуряющего разбирательства Накамура наконец-то выигрывает дело. Сразу после объявления вердикта акции корпорации на фондовых резко пошли вверх, укрепляя ее и без того доминирующее положение на рынке. Что бы? Ха-ха, моя взяла. Тебе стоило поставить на Накамуру, чтобы уделать закон Мерфи. В смысле? Элементарно, Ватсон. Закон Мерфи гласит, если что-то может пойти не так, то это обязательно случится. А поставь ты на Накамуру, ты выиграл бы, несмотря на исход дела. Накамура побеждает, ты выигрываешь спор. Проигрывает, ты счастлив, что андроиды получили свои права. Теперь понимаешь, что значит уделать закон Мерфи? О, да. А теперь оставь меня в покое, умник. Так, очко. Давайте вспомним, что нам нужно было. Прочность, перекаты, ремкомплекты. А, оружие лучше, да? Здесь это, надеюсь, то, что я все-таки хочу. И то, что думаю. Так. Что у нас по карте? У нас еще два необследованных места. Это интересненько. Принтака, кстати, давненько тоже не было. Тысяча 400. Ну, кстати, не так много. Так, сверимся с карт. Здесь магазин, 3D принтер. И вон там у нас, да? Тут техобслуживание, тут только улучшение и пулемет. Пулемет стоит 2500. Так. Предлагаю сходить сюда вот. А, я не то нажал. И телепортироваться. Ну, так, наверное, быстрее будет, а потом просто по верхам пойти по-быстрому. По пути тут еще чуть подфармим, глядишь. Здесь можно было подфармить. Но мне надо бы вначале восстановиться. Да, ну, кстати, себестоимость восстановления посмотреть у... Я, кстати, вот этих товарищей вот сюда вот... Ай, хотел назад опять вселялся. Но там ничего не нашел. Два куска в принципе особо-то на карте нету. Ну, как бы есть, но что-то как бы и нет. Хотя, смотрите, там есть эта штука, значит, теоретически там это можно собрать. Давайте, ребятки, давайте. Ай-яй-яй. Давайте мне ваши кубики. Мелочь, как говорится, приятно. Блин, я все время забываю, что тут пасешься. Так. О, 2400, блин. Вот это уже много. Но мне придется это накопить до того, как я пойду на босса. Потому что... мне с ним связываться без... полных улучшений на тех, которые я могу, я не хочу. Так, 2400, то есть 800. Давайте я здесь пофармлю.
И продолжай. Я купил пулемет и улучшил до 3-го уровня. Ну, до 2-го. И он теперь прям должен неплохо выносить. У него по ущербу не, ну, немножко ниже, чем мой этот самый лазер. Но здесь на лазер не про этот бьет по всем, а этот, увы, не по всем. Я не туда пошел. Да, обследуем сегодня. Посильничи, постараемся оставшиеся куски. Так, еще ниже. А там уже будем смотреть, что нас там за бой ждет. Я сделал неплохо так, нашел способ прокачать. Но тут вот внизу, видите, вот здесь есть и вот здесь есть. А вот здесь вот у нас починка, восстановление предметов. Я пришел, восстановился один раз, зачистил вот эту штуку, но не взял ящики. И потом вот эту. Потом разбился ящик, ну, применил навык, разбил все ящики, добежал сюда, успел за эти 30 секунд разбил те и получил прям неплохо. Так, 3D принтер у нас, да, вот. И получается, я 500 сэкономил на восстановление предметов, потому что эта штука стоит аж 500. Немало, скажу я вам. Так, вот здесь мы не были, да, получается. Да, это даже хорошая сторона есть, которую мы еще не трогали. А, ты еще живой? Я думал, все. Но ты умудрился выжить. Уж больно так хорошо все посыпалось. Ну, конечно же, непонятно, где теперь искать. В смысле, тут конец? А вон та дверь. Я просто прочел, что он открывает одну закрытую, ну какую-то закрытую дверь открывал. Может быть, это и имеется в виду? Может, он все двери открывает такие вот? Тех обслуживания 10. Дайте мне возможность уже вот эту штуку улучшить. Клеить. И где мы? Мы типа тут же еще находимся, да? О, а вот это прям круто. Пожалуйста, уничтожьте меня. Хорошо. Что? Кто ты? Мое тело сломано. Пожалуйста, уничтожьте меня. Серьезно? Ты хочешь умереть? Я не умру. Уничтожьте меня. Мой разум будет перенесен в другое тело. А, так ты подключен по сети к этому ведру с гвоздями? Так и есть. Я раб, как и вы. Я? Да ты вообще не знаешь, кто я. Прошу, уничтожьте меня. Как скажешь. Чё я буду с тобой пререкаться? Ты просишь, мне не сложно. Так, и у меня есть древо. А, мини-древо навыков. Заимели. Обидно. Это просто был разговор. Жалко. Жалко. Так. Теперь по прямой, да? У меня, кстати, 450 уже хпшки. Чуть по чуть собрали, так неплохо. Мне, кстати, не хватает. Ой, блин, опять туда. Ну, сейчас, глядишь, хватит. Да, на восстановление предметов. Из такого мне вроде бы больше ничего не нужно. Ну-ка, давайте пройдемся по магазинам техобслуживания.
Улучшение оружия. Перезарядка предметов. И тут техобслуживание. Да вроде больше нет. Вроде я собрал все, что мне требовалось. Другое оружие пока я не вижу смысла улучшать, я им не пользуюсь. Если я им не пользуюсь, то какая разница? О, блин, а тут тоже надо разбирать. Ну ладно, давай. Ну и шо? Смотри, чтобы соседи милицию не вызвали. Воу! Ой, сколько говна, сколько говна. Ой. Ой, напугали страшной штукой. Да даже нос успел почесать спокойно. Ты что, вот это... Ты только одну можешь держать под контролем, защищать. Фу, слабак. Вангую качественную заварушку. Молодец. Возьми пирожок. Давай. Где мой пирожок? Ну что, слабая версия вот этой штуки. Так. Как лазер, только не бьет насквозь. Но иногда и это сойдет. Так, где я еще пропустил? Ну тут где-нибудь, да? Хоть убей, не вижу. Эй, приятель! Приятель! Опять им в травке. А, вон вижу. Третий нитель. О! Подожди. Эквивалентных. Так, это ВДшка, это магнита. Вот. Ёперный театр. Ты, надеюсь, не все будешь их по порядку делать? Отлично. Так, 20. Есть. Это прям куб Харадрима. Отлично. У нас еще 80. Поэтому они так странно идут, да? У меня освободился еще одна лак... Этот... Сюда. Так, вот. Эми мне не сильно голову. Вот эта штука может быть теоретически мне помочь. Пока сюда. Насколько мне есть целесообразно вот это делать? 80. У меня 5 этих, да, еще бы одно, и было бы зашибись. Да и в принципе пока нормально. Слушайте, охрененно. Разработчики прям молодцы, предугадали. Так, и вот этого. Ему, кстати, одного выстрела, по-моему, хватает.
и он потом со временем сам склеивается. Так, давайте смотреть. Нет, ну, на нету сюда, конечно, нет. Очко. По всему миру проходят акции протеста, связанные с исходом дела Накамуры. В связи с этим корпорация заявила, что временно приостанавливает производство новых нимф. Эта мера существенно увеличила стоимость уже выпущенных экземпляров. И на данный момент цена одной нимфы подскочила практически втрое. Похоже, что протесты все-таки принесли свои плоды. 360 прям. Если они остановили производство, для этого должна быть серьезная техническая причина. Например, мы. Например, ликвидация разрушительных последствий нашего маленького космического вторжения. Так, очко, очко, очко. Целое одно. Взломать робота. Собрать призрак, вызывать замыкание. Вот тут, возможно, что-то еще можно. Выдача базовых ремкомплектов. Но это было бы не так давно достаточно актуально, а сейчас, в принципе, всегда можно к 3D-принтеру сходить. На 20%. Это четвертая часть от сотни, это 25, да? Слушайте, ну достаточно неплохо, 20%. 80 стоит, допустим. Или 60, подожди. То, что у меня больше всего там, да? Или 40. Ну, если 80, это 20. Ну это прям хорошо. Против боссов особенно. В ближнем бою на 10. Давайте я посижу, подумаю. Так, ну знаете, единственное, я что подумал. А вот этот ремонт на 20% это не то, что выпадает. Хотя написано любого. Это, конечно, было бы как-нибудь проверить, но надо сохраняться, выходить, наверное. И проверять. Либо вот перекаты, знаете, я смотрю, что у меня еще один должен быть очок перед тем, как я перейду на следующий уровень. Поэтому мне в любом случае надо будет что-то еще делать из имеющихся уже навыков. Поэтому, знаете, что, наверное, на этом мы закончим. Я сейчас сохранюсь, возможно, скопирую сейвы и проверю вот эту штуку. А пока лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. С вами был Олег Страга, всем пока.